Ассаламу алейкум, дорогие братья. Я хочу пожелать вашей футбольной лиги «Война лига». Да. Процветания, успехов, конечно, футбольных побед. Потому что футбол – это зрелищный спорт, это массовый спорт. Это, в любом случае, это братство, дружба, потому что каждый мальчишка с детства приобщается к этому великому спорту. Дело, можно сказать, как хобби, я бы не назвал это спортом. Для меня, я считаю, это такой образ жизни. А ну, это командная игра. Командная игра всегда подразумевает, что нам нужно действовать сообща. Футбол – это командная игра. Ну и, конечно, я надеюсь, что мои братья из «Война лиги» меня примут хотя бы в качестве выпускного игрока. Успехов вам, удачи, ассаламу алейкум. И, пользуясь моментом, еще раз хочу на камеру пригласить вас на какой-нибудь тур нашей «Война лиги» в будущем. С удовольствием. Даже могу обещать. Спасибо большое. Спасибо вам. Удачи вам.